Сменились государственные строи и названия, а традиция сохранилась. День детских и молодежных организаций, или как было при советской власти, День пионерии в нашем городе празднуется размахом. Танцы с утра до вечера. Сначала в школьных дворах, а потом марафон веселья переместился в Парк Победы на площади у ДК «Энергетика» и ГЦДТ. Второй год подряд проводится акция «Танцующие челны». 5 танцев. Это большой вальс Победы, это русский танец, это татарский танец, подыгра и кадриль. Сегодня в массовых танцах приняли участие все школьники города, от начальных до выпускных классов. Всего около 50 тысяч человек. Также на мероприятии подвели итоги городских конкурсов среди детей и молодежи, наградили призеров и победителей. Ну а в следующем году акцию планируют расширить. К танцующим прибавятся еще и поющие челны.